сегодня на встрече творческой гостиной «Зеленая лампа Амура». Автор проекта – Галина Одинцова. Все мы знаем, что в этом году Благовещенску исполняется 165 лет. Мы решили прикоснуться к этой замечательной дате в День поэзии и назвать нашу встречу «Благовещенск. Поэзия. Весна». Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты. Так пел Игорь Тальков. Предлагаю всем нам погрузиться в поэтический полет музыки и поэзии. Полетаем? Полетаем. Добрый день. Вы даже не представляете, дорогие друзья, как я рада находиться сегодня вместе с вами. Поздравляю вас с нашим праздником, Днем поэзии. Желаю вам творческих успехов, как можно больше замечательных работ. Желаю вам здоровья. Пожалуйста, берегите себя. Я надеюсь, что творческие встречи в нашей гостиной «Зеленая лампа Амура» продолжатся традиционно один раз в месяц. Конечно, мне бы хотелось сегодня быть рядом с вами в этом зале, но так сложилось, что мне пришлось уехать. Но хочу сказать, что я здесь, в этом зале. Я вас всех люблю, уважаю и желаю вам крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя. И пишите, конечно, пишите, пишите о любви, о весне, о жизни, о важных событиях, которые происходят вокруг. С праздником вас, мои дорогие благовещенцы. Приглашаю Александра Курака. Весна. Что достало моя келья, для меня тесна. За окном звенит копелью девочка весна. Очень часто стали сниться мне цветные сны. В танцы хочется кружиться, окунуться, раствориться в воздухе весны. Дорогие друзья, с большой радостью поделился с вами своим весенним настроением. И продолжая тему, озвученную на тему нашего мероприятия, хочу сказать, что когда собирался на нашу встречу, задумался, с каким произведением познакомить вас, с произведением, связанным именно с нашим городом. Но когда посмотрел на календарь, этот вопрос отпал сам собой. Дело в том, что завтра, 22 марта, наш город отмечает праздник, посвященный Албазинской иконе Божьей Матери. Все знают, что эта икона является покровительницей нашего города, и не только всего Дальнего Востока. Привезена она была много-много лет назад вместе с отрядом казаков-первопроходцев. Ее привез старец Германьен. И эта икона была не только покровительницей казаков, оборонявших Албазинский острог, но и в дальнейшем она была покровительницей нас, всех амурчан и наших предшественников, которые строили, развивали наш прекрасный город. Я очень рад, что эта икона хранится именно в Благовещенске, не во Владивостоке, не в Хабаровске, не в каком-то другом городе. И мое стихотворение посвящается именно покровительнице нашего города, Богородице. Ведь город Благовещенск, само название Благовещенск, Благовесть,
назван в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собираюсь из дома в дорогу перед тем, как ступить за порог, обращаюсь в молитве к Богу и с собой беру образок. Небольшой образок на картоне, по краям лишь узор золотой, без оклада простая икона, Богородица лик Пресвятой. Как родник благодати безбрежной, Божья Мать непорочно чиста, на руках держит бережно-нежно и качает младенца Христа. Где бы ни был, икону всегда я рядом с сердцем в кармане ношу, и на милость небес уповая, Божью Мать о защите прошу. А когда вдруг застигнет ненастье, Богородице я помолюсь, и в минуту огромного счастья своей радостью с ней поделюсь. Так чудесна молитва простая, я творю ее даже во сне. В небесах Божья Мать Пресвятая, может быть, улыбается мне. Спасибо, наступающий праздник. Приглашаю Елену Костелину. Мое стихотворение посвящено нашему любимому городу Благовещенске. Я люблю этот город, прохладу тенистой аллеи, что потоки машин разделяют на две половины. Я люблю этот сквер, где всегда едва только темнеет, на прогулку хозяев выводят маститые псины. Я люблю фонари, приглушенный стеклом свет нежнее в окружении сотен крылатых аморфных созданий. А еще я люблю, когда ветер становится злее, и как в трубы дудит на закрытой форточке зданий. Я люблю с чашкой кофе сидеть, улыбаясь прохожим. Так приятно увидеть знакомые добрые лица. А еще я люблю на других быть совсем не похожим, закутавшись в плед, помечтать, если ночью не спится. Да чего я люблю тебя, мой небольшой Благовещенск! Ты стоишь на Амуре, как воин в красе горделивой. С каждым годом становишься больше, уютней, помпезней, словно кто-то питает божественной внутренней силой. Фазилова Надежда, авторская. В край далекий, непознанный, дикий, не жалея родных и себя, шли, свершая свой подвиг великий, казаки по указу царя. Под ногами земли с полмира, за спиною кресты могил тех, кто в дальней дороге сгинул, кто во славу Руси почил. Грозно встретил их край суровый, врагом ставил порой заслон, и манжур, вечно к бою готовый, многократно был побежден. И в жару, и в смертельный холод не ленился ни стар, ни млад. Был построен защитный город с верой в сердце и на устах. Благовещенск, город российский, сердце нашей амурской земли, и врагу не даст он спуску, для друзей щедр и полон любви. Две реки его омывают, звучит гордо благая весть, ратный подвиг во всем прославляет. Казакам русским слава и честь. Приглашаю Александра Мамина. Здравствуйте. Это мое первое стихотворение, которое было написано как белый стих. Прощение с Благовещенска. По взлетному полю
А 320-й промчался и тут же взлетел в небеса. Меня он уносит из жизни привычной навстречу ветрам и мечтам к синей птице, махнув на прощание крылом серебристым хэ-хэ, что раскинулся здесь на границе. Ты, друга, обратно? Когда? Возвращайся! Как будто упрашивал город китайский, раскосой улыбкой своей кисло-сладкой, меня провожал он, тоскует, однако. И след мне несется крылатая фраза: китайцы русские, мы братья навек. И я, чувству долго послушный, ответил: приеду, приеду, ну, может быть, летом. Пинг-понг поиграть захочется снова, и с теми, кто помнит меня, еще будет спеть песни, обняться по-дружески крепко. Опять поворот, и внизу Благовещенск, слияние двух рек, Амура и Зеи. Мой лайнер все выше, а город все меньше. Раскинулись, словно на карте, кварталы, и в дымке теряю домов силуэты. Там много осталось друзей, мои годы, они никогда уже не вернутся. Но ты в моем сердце, и вновь в подсознании мой вальс благовещенский осень приносит, град благодарящий, под звон благовеста, истории русской достойный ребенок. Не хочется мне, чтоб синтетикой новый твой фраг старины, не спросив, украшали. Чем дальше лечу, тем ближе разлука. Она тянет струны души моей чуткой. Если наивно вчера думал, завтра наступит не скоро. Сегодня реальность. Вчера позабыто, забыто. Обидно, а я улетаю, прощаюсь, прощаю. В душе моей морось, и дождь нескончаемый. Но то просто дождь, а не слезы. Литературно-музыкальный клуб «Амур», которым я руковожу, и немножко о клубе, может быть, еще кто-то не знает. Клубу в этом году 5 лет исполнилось. Мы проводим свои вечера, проводили в областной библиотеке, было дело, сейчас проводим в областном музее. Сразу говорю, что приглашаем, приходите по воскресеньям обычно. Ну, название клуба подразумевает что? Что мы занимаемся и литературой, и музыкой, ну и даже пытаемся что-то там театрализовать чуть-чуть. Вот сейчас у нас концерт будет 27 числа, о юморе там, ну что-то такое новенькое для себя попробуем. Ну что достигнуто за эти годы? Мы выпустили 3 альманаха литературных. У нас 6 человек, члены Российского союза писателей. Очень много у нас призеров различных конкурсов, то есть начиная от международных, областных и городских конкурсов, поэзии, гитарные песни, чтецов, может, еще что-то забыл, не знаю. Вот, ну, мы есть еще в соцсетях, у нас клуб присутствует в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, присутствуем в Инстаграме. Подписывайтесь, смотрите, потому что какие у нас фишки есть. Мы задаем домашние задания делаем, зачитываем. И вот люди, которые из интернета у нас, там, с Подмосковья и так далее, они у нас все это тоже делают. Итак, мы так же, как и вы, любим весну, любим свой город и хотим вас поздравить своим творчеством с наступающим Днем города. И сегодня какой день у нас? Всемирный день поэзии. Я вас поздравляю. Пусть им точно так же поздравляю.
И первый у нас выступит Сергей Максюков. Песня «В городском парке», музыка Лашманова, слова Саламатова. Наша русская классика. Изея краса, богатые недра, луга и леса. В Айгуне манжурском 6 суток продлились, и переговоры добром завершились. Столица казачья, уздейский форт-пост, российским уверенно встал в полный рост. На лодках под парусом и на буксире все то, что задумано, осуществили.
Границу установили с Китаем, жить нам с соседом, его уважая. Был в городе Вести Святой, храм построен, и имени светлого он удостоен. Святой Николай тут творил чудеса, и кланялись даже ему небеса. А вел за собой Иннокентий Святитель. Он людям был... Он преданный людям был, друг и учитель. Курил и Камчатка, сквозь мглу пробиваясь, и в том ни минуты не сомневаясь, всех братства сплотили, и на постаменте вдвоем с Муравьевым за город в ответе. За добрые, славные эти дела Россия им, матушка, честь отдала. И звон колокольный над городом вещим столицею стал наш родной Благовещенск. Он свято чтит память о первопроходцах, что черпали воду из первых колодцев. Спасибо. Юрий Морозов с авторской песней «Край кукушек». Державный призер областного конкурса гитарной песни. Прямым. Благая весть не повтори. Любуюсь видом я твоим. Неповторимость зданий старых, фонтанов, парков, площадей, газетных строк первоизданных, событий, дат минувших дней. Там за вокзалом край кукушек, душа так трепетно поет. Я вспомнил дом, голоса мальчишек, там детство минуло мое. Где Берегсея золотится, все солнце за рекой встает, волна сияет, серебрится, вдаль беззаботную зовет. Город рос со мной вместе, и где бы я вдали не жил, моя душа летит, как в песне, мой край кукушек сторожил. Моя душа летит, как в песне, в мой край кукушек сторожил. Ольга Есимова, авторское стихотворение «Город юности». Город юности, город надежных друзей. Я брожу по простору твоих площадей, я дышу ароматом цветущих берез. Все в тебе, Благовещенск, родное, до слез. Хорошеет мой город, и город растет, и дома словно башни вокруг вознеслись. Только детская память упорно хранит твой старинный, спокойный, купеческий вид. Но не тянет дымком предрассветную рань, а на окнах уже не плавит герань. Не растет
по заборам плетущийся хмель, тополинная уж не бушует метель, и не смотрят старушки из окон резных на неспешную поступь твоих мостовых. И бреду я по улицам, словно во сне, и другие картины рисуются мне. Вижу я деревянные стены домов и черемух цветущих душистый покров. А вон там, на скамеечке, ранней весной целовалась с мальчишкой под старой сосной. От сосны не осталось той даже пенька, как девчонки той нет, и того паренька. Хорошеет мой город растет, со мной рядом подросшая внучка идет. Спасибо. Дмитрий Мальчуков, стихотворение «Город в дозоре», автор Станислав Овник. Под лазурным шатром небосклона, там, где Зея самуром шумит, Благовещенск в погонах зеленых днем и ночью в дозоре стоит. Помнит он и казахские струги, что с верховьев Амура пришли, и гражданские свинцовые вьюги над просторами русской земли. Ради жизни и ради свободы в 41-м пошел он в поход, и весна 45-го года для него никогда не умрет. Над Амуром сегодня привычный мирный труд, тишина и покой. Но, как прежде, мундир пограничный не снимает наш город родной. И две реки, как две руки, обнимают наш город сердечно. Сын России родной над дозорной тропой он стоит и стоять будет вечно. Следующий наш участник — Людмила Купцова. «Белые акации». Слова Матусовского, музыка Баснера. Целую ночь соловей.
Белоусова, авторское стихотворение «Весна». Она является членом Российского союза писателей. Постучалась к нам весна, в яркой зелени сосна. Даже скромницы и осинки шили новые косынки. А в березовом лесочке все березоньки в сорочках ослепительно белы, по-весеннему милы. Новый меряют наряд, весь зеленый говорят. Возле леса у опушки пробивается трава. В ней подснежников макушки. Распускайтесь, вам пора. Так, браво! Возможностью прочту свое детское стихотворение, посвященное весне. Снег растаял на полях, в огородах и в садах, на дорогах лужи после зимней стужи. Всюду сырость, всюду грязь. Мама просит, в грязь не лазь, а на мне сапожки, не промокнут ножки. Смело в лужу я врываюсь, дно измерить в ней пытаюсь. Только лужа, вот беда, оказалась-то без дна. Вода льется в сапоге, кричу: мама, помоги! Галина Тюрнева, авторская песня «Благовещенск, родина моя». Есть на свете город славный, на востоке от Москвы. И граничит он с Китаем, его улицы прямы. Пусть не родом я отсюда, но полвека прожила. Малышей читать учила, сыновей двух родила. Благовещенск, здесь живет моя семья. Благовещенск, Благовещенск, это родина моя. Он в деревьях утопает, в нем и дышится легко. А туманы здесь бывают, как парное молоко. У красавца, у Амура я по камушкам пройду. Вдоль сестрицы речки Зеи по песочку пробегу. Благовещенск, Благовещенск, здесь живут мои друзья. Благовещенск, Благовещенск, это родина моя. В мире мест красивых много, есть другие города. Но любимый Благовещенск в моем сердце навсегда. Даже если вдруг уеду я в далекие края, знаю, будет часто сниться мне глубиночка моя. Благовещенск, здесь живет моя родня. Благовещенск, Благовещенск, это родина моя. Благовещенск, Благовещенск, это родина моя. На газонах желтые цветут.
почки одуванчики. Людям улыбаются, как солнечные зайчики. Ты сегодня именинный город мой. Благовещенск нам уведомил. Возник так давно, как Мизейский форпост. Сейчас отправляешь в Китай кинозвезд. Ведь раньше граница была на замке. Теперь налегке лети в баньку в Фейке. На газонах желтые цветочки одуванчики. Людям улыбаются, как солнечные зайчики. Ты сегодня именинный город мой. Благовещенск нам уведомил. Город поэтов, мечтаний и грез. Город студентов и стройных берез. А дальше все вместе. На газонах желтые цветочки одуванчики. Людям улыбаются, как солнечные зайчики. Ты сегодня именинный город мой. Благовещенск нам уведомил. Ты нас обвиваешь тепло летних дней. Его возвращаем любовью своей. Ты центр культуры соседних двух стран и дружбы России с Китаем. На газонах желтые цветочки одуванчики. Люди улыбаются, как солнечные зайчики. Ты сегодня именинный город. Благовещенск нам уведомил. Пусть праздничный снова проходит салют. И песни тебе горожане поют. Ты самый красивый для нас на земле. Я снова в любви, а не сняюсь тебе. Говорят моряки, попутного ветра. Мой Благовещенск – это просто дом. Пятиэтажный дом микрорайона. Горластые сороки за окном и тополя до самого балкона. Уютный город. Ровно 7 минут неспешным шагом до 9-й школы через соседний двор. Простой маршрут, все шторки первых этажей знакомы. Дворец для пионеров, дом второй. Троллейбусы клац-клац на перекрестках. Прогулки у фонтана всей семьей. И вкусное мороженое в Морозко. Мой Благовещенск. Лоси в городском и Машенька с медведем в Первомайском. И тройка в Новый год размером с дом, и горки аж до стороны китайской. Небрежно так надорванный билет в Амур или Октябрь на киноленту.
Снегурочка. В руках пломбир, брикет, еще не в бронзе, а уже легенда. На набережной, в трещинках асфальт, не наступить, так и идешь с подскоком. Снимает папа интересный слайд, и кажется Амур таким широким. Вот Ленин в сквере в свой обычный рост показывает путь нам, между прочим. И длинный, еще новый, Зейский мост. И к бабушке в деревню путь короче. В часах музея вальс амурских волн, и тополя шумят завороженно. Мой Благовещенск – это просто дом, пятиэтажный дом микрорайона. Однажды весенним теплым днем, когда красавица весна полностью вступила в свои права, стала разбирать ручейки по дорогам города Благовещенска, приветствовать птичек всех звонкими песнями, дарить людям яркие солнечные лучи, проснулся от долгого зимнего сна гордый Амур. И шли к берегам Амура люди, чтобы почувствовать его мощь и силу, прикоснуться к пробудившейся природе. И несли с собой мысли о любви, весне и внутренних переживаниях. И запускали их по реке, словно бумажные кораблики. За водой студеная девица идет, словно лебедь белая предо мной плывет. Коромысло красное на ее плечах, глубина озерная в голубых очах. Зачерпнула доверху ледяной воды и пошла обратно до своей избы. Изредка украдкой смотрит на меня, взглядом обжигая полного огня. Манит лента алая в золотой косе. Жди сватов, красавица, будут по весне. Щедрыми подарками наградит купец, уведет лебедушку прямо под венец. За водой студеную девица идет, молодец кудрявый о весне поет. Приходи скорее, к нам весна красна, без тебя влюбленным ноченьки без сна. Много ли нужно любви человеку, чтобы себя он почувствовал так, будто вошел в благодатную реку и из него улетучился враг? Думаю, много. А чем это мерить? В каждом из нас есть свои полюса. Только любовь помогает нам верить в то, что на свете живут чудеса. Надо любить и давать без отдачи. Все возвратится вдвойне и втройне. Надо делиться добром, а иначе мир этот будет подобен войне. Видишь, на веточку птичка присела. Слышишь ли, как она чисто поет? Ей до тебя никакого нет дела, но отдает ведь она, отдает. Делятся солнце, деревья и небо, всем, чем богаты они и полны. Дай же голодному корочку хлеба, дай же больному глоток тишины, дай одинокому слово участия, силой своей теплом поделись. Если мы счастье помножим на счастье, станет гораздо значительней жизнь. Много любви никогда не бывает. Меры ей сущности нет никакой. Пусть же весна все замки открывает и разливается радость рекой. Звенит за окнами апрель, как люди от зимы устали. Весна распахивает дверь, и все чуть-чуть влюбленней стали. Чуть-чуть влюбленней и нежней. Спешит весна по звонким крышам, и стали все чуть-чуть добрее, чуть-чуть красивее и выше, чуть выше. Только с высоты не все, что под ногами видно. Среди весенней суеты мы стали все чуть беззащитней.
вашего позволения, еще один. Такое весеннее жизнеутверждающее. Почти премьера, кстати. Да. Каждый день меня учит мечтать. Хоть не все из мечтаний сбываются, но нет способа лучше узнать то, что жизнью моей называется. Каждый день меня учит мечтать о высоком. В попытках бесчисленных не сдаваться и не отпускать, не прощаться ни словом, ни мысленно. Каждый день меня учит тому, что настанет рассвет, как положено. И развеет холодную тьму, будет отдых душе растревоженной. Каждый день меня учит дружить без притворства, с душою открытой, до конца без оглядки любить сердце склеить, пытаясь разбитое. Каждый день меня учит ничем не подпитывать ненависть скверную и сомнений не ведать совсем, что дорогу судьбы выбрал верную. Каждый день меня учит, любовь вдруг приходит, и вовсе не к каждому, а уйдет, снова сердце готовь верить чувству большому и важному. Каждый день меня учит забыть все, что стоит предать лишь забвению, о прошедших годах не грустить и души не терзать сожалением. Каждый день меня учит прощать. Свое сердце открыв настоящему, только так я смогу выживать, жить и верить лишь сердцу стучащему. Каждый день меня учит подать руку помощи тем, кто нуждается, и всегда попытаться понять, даже если душа сомневается. Каждый день меня учит, живя, не робеть от случайных оплошностей, как послание судьбы и хваля, став сильнее для новых возможностей. Берегите каждый свой день и тепло. Хочу ходить легкой походкой, держаться прямою спиной, самой быть воздушной и легкой, и самой быть довольной собою, своим отражением добрым, с открытым, сияющим взглядом. И грудью хочу дышать полной, хочу быть довольной нарядом. Прическа была, чтоб прекрасная, и туфли нисколько не жали. И кожа была бы как атласной, и чтобы меня окружали добрые рядом все люди, красивые, светлые лица. Все так, несомненно, и будет, если немножко влюбиться. Славный город малый, Благовещенск мой родной. Среди многих лучший самый, летом, осенью, зимой. И весенние капели, пусть еще черна земля, вдохновляют птичьи трели и восторги воробья. Март уже дает надежду, чередуя снег с теплом. Сброшу зимнюю одежду, буду мерзнуть, но в пальто. Две реки с широким руслом, Зея, Батюшка Амур, вдоль течения искусно заплетают свой ажур. Толща льда степенно тает и трещит, прощай, зима! Солнце землю согревает, к нам спешит весна красна. По лужам на нем.
И плывут эти кораблики по реке Амур и доносят мысли и строки благовещенцев по всему белому свету. И я вам хочу представить авторов, поэтов городского клуба поэзии. Максим Сиделкин. Галина Панкратс. Надежда Фазилова. И Олеся Тарасовская. И Елизавета Шиломихина. Стихотворение. Называется оно «Весна». Пробегусь по весне босиком, где заря заплетает косички, где недавно с горы кувырком я летел, потеряв рукавички. Там, где песни капели поют, где подснежники тянутся к свету, где, раскинув цветной парашют, облака направляются к лету. Здоровья вам, творческих успехов, хорошего настроения! Праздником! С днем рождения, Благовещенск! Я Виктория Хаустова, член литературного объединения города Белогорск. Я прочитаю вам свое стихотворение, которое называется «Привет, Благовещенск». Привет, Благовещенск! Я очень скучаю. Ты как без меня? Сон видела вещи. Сидим мы за чаем с тобой у огня. И вроде все есть, что положено к чаю. Зефир, мармелад. Да только вот ты почему-то печален, как будто не рад. Тебя я спросила. Вода на Амуре, как прежде, чиста. А ты мне в ответ только брови нахмурил. Видать, неспроста. Тебе говорила, у нас в Белогорске намного теплей. Но ты все грустил. И твои перекрестки вдруг стали темней. Тебе говорила, с тобой мы соседи, зачем ты молчишь? Спросил меня тихо, ты скоро приедешь? И скрылся в ночи. С днем рождения, Благовещенск! Я Сергеева Татьяна Сергеевна, член литературной студии города Белогорска, член Союза писателей России. Прочту стихотворение «Весна на Амуре». Хоть снег кругом еще белеет, но в душу просится весна, и солнце греет все теплее, хотя земля и холодна. Амур надулся и темнеет, не нынче завтра заревет, березы голые белеют, но скоро жизнь в них потечет. А воздух ясен и прозрачен, и скоро-скоро быть теплу. И дождь веселый, словно мячик, забарабанит по стеклу. Уважаемые благовещенцы! Я Ижевский Геннадий Кендрикович. Хотел бы поздравить вас с юбилеем и прочитать свое стихотворение. Называется «Благовещенск». Мой город отобран у двух редких скал, гудками рассветы встречает. Под мирными флагами дружеских стран стоят корабли у причалов. Вы к нам приезжайте, и я покажу дворцы наши, парки и скверы. О людях красивых я вам расскажу, о тех, кто пришел сюда первым, кто строил причал, шагал сквозь тайгу и верил, что будет здесь город. Красивым он стал на крутом берегу, и пусть будет вечно он молод. Как вы думаете, что такое город?
Вот как вы думаете, город, что это? Люди, школы, автобусы, ну, правильно, конечно, город – это люди. И чем больше хороших людей в городе, тем он краше и уютнее. Давно известно, что не место красит человека, а человек – место. Приглашаю Владимира Шатковского. Нихам Иоанновна Вайсман. Хотелось бы сказать пару слов. Доктор наук, профессор, заведующая кафедрой нашего университета, юной девчонкой приехала из Благовещенск, из города Киева, окончив Киевский университет, и навсегда осталась в этом городе. Что такое Благовещенск 50-х годов? Ни одной асфальтированной улицы. Вот такой слой пыли. И как было приятно босичком окунаться в эту пыль. Но чуть только ветерок дунет, и все это поднималось наверх. И тем не менее, не уехала она в родной Киев, а осталась в Благовещенске. И все писатели, поэты того времени, это все ее ученики. Какие она проводила прекрасные мастер-классы, какие она проводила курсы именно вот чтения стихов. И как она сама читала, это просто чудо, чудо. И вот ее стихотворение о Благовещенске. Действительно, она всю свою любовь выложила в этих стихах. Над Амуром седым тополя пламенеют кострами вершин, и цветет Благовещенск, маня разноцветьем осенних картин. Как хорош ты, мой город родной, стрелы улиц, простор площадей, где в старинных домов узор вплелся абрис сегодняшних дней. И работать, и жить легко, и летят, словно птицы, года, оставляя свой светлый след навсегда, навсегда. Навсегда. Марина Цветаева, генералом 1812 года. Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след, очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу, цари на каждом бранном поле и на балу. Вам все вершины были малы, и сладок самый черствый хлеб. О, молодые генералы минувших лет! Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг я видела Тучков четвертый, ваш нежный лик. И вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. О, как мне кажется, могли вы рукою полною перстней и кудри дев ласкать, и гривы своих коней. В одной невероятной скачке вы прожили свой яркий век, и ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. 300 побеждало трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, вы все могли. Что так же трогательно юно, как ваша бешеная рать, вас златокудрая фортуна вела, как мать.
вы побеждали и любили любовь и сабли острие, и медленно переходили в небытие. Приглашаю Владимира Осипенко с авторскими стихотворениями. Маску можно не одевать, да? Значит, мы тут договорились с Надеждой, что значит, я живу за 30 километров от Благовещенской. Награждаю 10 километров одно стихотворение. Да. Значит, так вот я его говорил. Вы знаете, я будет ехать, если бы 50 жил, то было бы 5. Нормально. Бог любит троицу. Значит, сейчас весна вроде начинается. Вот я, значит, сочинил стихотворение. Весна. Про Благовещенск я уже не буду, потому что тут все уже многие сказали. Ну, в общем-то. В небе горит звезда, слышится сердце стук. Скоро придет весна, зеленью вспыхнет луг. Новый начнется день, ночь пропадет вдали, словно в садах сирень, белые журавли. Тает в лесной тиши запах весенних трав. Стал и совсем другим, радость любви познав. С неба прольется дождь, теплый, как в ту весну. Если ты не придешь, я без тебя умру. Легкая дымкая тень падает на ладонь, будет цвести сирень, будет играть гармонь. В небе горит звезда, слышится сердце стук. Где ты, моя весна, как же тебя я жду? Вы знаете, я вот пишу стихи лирические, в основном, знаете, вот там, значит, он ее любит, она его нет. Значит, она его любит, ну и наоборот. Ну, в общем, там топится, значит, и прочее от любви несчастной. Вот тут такая же история. Ну, на полном серьезе. Ясный месяц, кверху рожки, в небе золотом плывет. Я шагаю по дорожке, там, где милый живет. Вот заветная опушка, и проталинка блестит. Не поет в лесу кукушка, не поет, наверное, спит. Я иду завороженный в ожидании любви. Вижу, милая уклена обнимается с другим. Как же так? Моя подружка, ничего не говори. Обещала нам кукушка много счастья и любви. Знать, кукушка виновата. И вина, наверное, мне, что любовь ушла куда-то, и другой тебе милей. Все забуду непременно, только сердце вспомнит вновь. И коварную измену, и коварную любовь. Ясный месяц, кверху рожки, в небе золотом плывет. Опустевшая дорожка, и кукушка не поет. Тут я уже прочитаю, значит, последний написал вот я недавно. Про Родину. Я не клялся Родине в любви, не блистал в сенсационных сводках и не рвал рубаху на груди, не звездил на митингах и сходках, не стоял подолгу на углу, не кричал прохожих, что попало, дескать, я без Родины умру, и таких, как я, в России мало. Пусть не патриот, но все равно знаю, на чужбине жить не стану. Знаю, в нашей жизни все одно. Все дороги нас приводят к храму. Громких слов любви не говорю. И что здесь родился, не жалею. Просто молча Родину люблю. Как могу, всем сердцем. Как умею. Приглашаю Александра Викулова с авторской песней.
Ну, пока Дима там технически разбирается, и больше стих прорисует, поскольку такое прекрасное время сейчас у нас. Весна настала, и таять стало, стало все кругом. И солнце в небе вновь засияло, и заглянуло в каждый дом. И обнажилась земля в округе, чернеют вновь прогалины. Весну встречаем мы в каждом звуке. И будто снова влюблены, весна вернулась и улыбнулась. Люди на земле, природа ото сна очнулась, стала вдруг светлей. Песня, которую я спою, но этой песне несколько лет, но подождите, не торопись, я еще так скажу. Эта песня несколько лет уже, но я ее в этом году на своем юбилейном концерте 25 лет когда отмечал, 27 числа я делал ремейк этой песни, мы с Саней Зубакиным, Курьяном, которую вы знаете, да, из нашего клуба «Амур», мы ее вместе ее исполняли. Сам я родился не здесь, я родился в Забайкалье, в городе Благовещенске, с родителями, которые служили сотрудниками милиции, тогда милиция называлась, все знаем. Перевели сюда, в 89 году мы переехали, даже в 88-м. И с тех пор этот город мне стал родным, и в этом городе, именно этот город стал мне домом, и в этом городе я стал писать песни с 96-го года. И о нашем городе уже около 37 песен за 25 лет написал различных. И я планирую к юбилею, который в этом круглая дата, все знают, 165 лет, я планирую выпустить большой сборник, где будут собраны песни о нашем городе и городе Амурской области, в частности. Поэтому одна из песен, которую я сейчас пою, эта песня как раз о нем. Микрофон чуть погромче. Город родной, эти фонтаны,
дорогие друзья, любви и счастья вашим семьям. Спасибо. Уважаемые коллеги, творческая гостиная «Зеленая лампа Амура» провела конкурс стихов, посвященных 165-летию города Благовещенска. Хочется сказать, что все видео замечательные, стихи отличные. И мы, просматривая их, думали, кому же присудить первый приз, и объявлены приз «Альманах. Зеленая лампа. Память и свет». Конечно, хотелось бы дать первое место каждому. Какие-то работы поинтереснее, какие-то менее интересные, но они все замечательные и все заслуживают награды. Мы подумали и решили от имени всех авторов подарим этот альманах областной детской библиотеке. Туда еще подарков мы не делали. Вручит этот подарок председатель Амурского регионального отделения Российского союза писателей Фазилова Надежда Борисовна. Я надеюсь, что этот подарок библиотеке понравится, потому что альманах замечательный, уникальный. В нем собраны удивительные работы авторов, которые заслуживают внимания не только у взрослых, но и у подрастающего поколения. Это исторический памятник прошлому. Всем, кто принимал участие в нашем конкурсе, огромное спасибо. Надеюсь, что мы еще проведем интересные конкурсы. И надеюсь, что все станут участниками. Творческих успехов вам, коллеги! С праздником вас! Сегодня мы с вами прослушали стихи и песни в исполнении амурских авторов и исполнителей. Наша творческая встреча подошла к концу. Хочется пожелать всем вам крепкого здоровья, творческих успехов, хорошего, по-весеннему замечательного настроения. До новых встреч, друзья! Участникам на сцене общее фото. Нет?